Благодаря их слаженной работе в областном центре уменьшилось и количество грабежей, угонов, а также уличных нападений. Только за прошлый год полицейские пресекли около 400 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, расследовали больше 600 дел о мошенниках. С праздником, 30-летием ведомства, правоохранители городского УМВД поздравили глава Курска Игорь Куцак и коллеги из областного управления. Сегодня вы продолжаете вековые традиции служения Отечеству, верности долгу и присяге. Проявляя высокий профессионализм и ответственность, вы обеспечиваете охрану общественного порядка и безопасность, защищаете права и законные интересы курян. Вы днем и ночью стоите на страже порядка. Касаясь показателей, которые в настоящий момент имеет управление областное в целом, я хочу с уверенностью сказать, что, наверное, порядка 65-70% это заслуга сотрудников УВД города. Это по всем направлениям, и по раскрытию, и по расследованию, и по другим направлениям, какие-то узкие, которые касаются и мероприятий по охране общественного порядка. За профессионализм и многолетний труд лучшим сотрудникам ведомства вручили благодарственные письма.